Вітаю вас, друзі! Будьте здорові! Як ви розумієте, у зв'язку з пандемією коронавірусу спортивне життя в усьому світі завмерло. Але ми намагаємося відшукати можливості для того, аби підняти вам настрій і трохи відвернути увагу від сумних новин. Саме для цього започатковуємо в нашій програмі новий цикл «Щиро і відверто», де будемо спілкуватися із видатними спортивними особистостями на різні теми. І розпочинаємо з діалогу з унікальною людиною, яка своїм життєвим прикладом доводить, що при бажанні можна й гори звернути. Ця розмова відбулася ще в січні цього року, коли наш герой відсвяткував 82-ту річницю із дня народження і подолав неймовірну для людей його віку дистанцію на стадіоні «Зірка». Та саме зараз, коли ми переживаємо дуже важкі часи, усім нам потрібен заряд бадьорості, позитиву та віри у власні сили. Отже, сьогодні щиро та відверто із багаторічним керівником швейного об'єднання «Зарянка», почесним громадянином міста Кропивницький, великим шанувальником спорту, людиною, яка подолала 14 марафонських дистанцій, Володимиром Курбатовим. Ми домовлялися з нашими гостями про те, що спілкуватися будемо на тій мові, яким їм зручніше, тому я з вашого дозволу перейду на російську. Є ли місце в житті спорту зараз у вас? Каждое утро я делаю серьезную динамическую зарядку, динамическую, не статическую. Все время в движении, все суставы, голеностопы, колено, это забедренные суставы, позвоночник, голова. А затем делаю пробежку. Каждое утро 2 километра. Каждый день. Но, насколько мне известно, вы поставили перед собой цель, да, вернуться на дорожку и попробовать свои силы. Сколько вы осилили вот буквально недавно на нашем стадионе «Звезда»? Вчера я пробежал 12 километров 800 метров. 32 круга за 1 час 40 минут. Ну и как ощущения? Великолепно. Крепатуры не было? Была крепатура до этого, потому что пробежать такую дистанцию неподготовленным – это смерти подобному. Была крепатура, потому что я бегал в районе городского сада по этим колдобинам, конечно, была крепатура, особенно икроножных мышц. А когда вчера бегал на стадионе, крепатура исчезла почему-то, видно, связано с беговой дорожкой, которая устелена на нашем стадионе. Стадион вот сейчас вас удивил, то, что в каком он сейчас? Ну, я его видел при открытии этого стадиона, когда его запускали, и удивительно ничего не было, кроме одного. Нет на стадионе группы здоровья, та, которая была при мне. Нет людей, которые приходили бы и делали зарядку на стадионе, которые бы вели здоровый образ жизни. Столько было воодушевления, вдохновления в 70-х, конце 70-х, 80-х годов, когда приходили по 80-90 человек утром. Я вам покажу фотографии. А если мы вернемся в ваше детство и окунемся вот в ту незабываемую эпоху, когда спорт был, наверное, на первом месте у детишек, потому что особых-то развлечений не было. Как вы пришли к спорту? Что вы любили в вашем детстве? Как вы росли? Юрий Сергеевич, вы 100% правы. У нас не было такого спорта, как сейчас. У нас был спорт массовый. Мы не имели этих смартфонов, мы не имели этих телевизоров. Мы были бедны, мы были голодные, мы были холодные. И наш удел был – это массовый спорт. Мы любую площадку, любой бугор старались использовать для своего развития. У нас мячи были, вы вспомните, шнурованные, да, какие речи о кроссовках были, какие-то были кеды допотопные. И все это нас объединяло, поэтому
Я отдаю предпочтение тому прошлому, которое было. И я этим прошлым горжусь, потому что именно в прошлом люди имели другую закалку, другое отношение к спорту, другое отношение к жизни, другое отношение. Кто был вашим спортивным кумиром в детстве? На кого вы хотели, мальчишки того поколения, послевоенного, да, поколения, на кого вы хотели равняться? Давайте я вам расскажу о человеке, который привил нам любовь к спорту. Конечно, конечно. Алексей Лукич Пивень. Это легенда преподавателя 19-й школы с 1946 года и по 1954, когда я еще мог бегать, прыгать, играть в футбол. Он привил нам любовь к спорту. Подумайте только, в одном классе, в одном нашем классе были Володя Гринберг, известная личность для факультета, Женя Гирник, шахматист, Володя Терещенко, футболист. Это какая школа? 19-я школа. 19-я. Валерик Мунтянов. А тогда у вас были только мужской класс, да? Да, да. Мужская школа. Да, угу. Валерик Мунтянов и Леша Герушта, первый мастер спорта по классической борьбе. В одном классе все это было. А Юрий Махно? А Юрий Махно, мы занимались в футбольной секции. Юрий Махно, я, Жора Пилипенко. А что такое была физкультура в то время? Вот вы говорите, мы в одном классе учились. Что, какой была физкультура? Уроки? Обязательный урок был. С физкультуры никто не отлынивал. Был заинтересован, когда будет урок физкультуры, потому что мы выбегали и проводили эти 45 минут физкультуры, играя вот таким маленьким мячом в баскетбол, футбол, бегали, играли. И были очень развитые ребята. Вот. А чему вас учил Алексей Лукич? Он был разносторонней личностью? Он да. На каком-то виде спорта специализировался? Вы знаете, Алексей Лукич великолепно знал русский язык и русскую литературу. Мы когда писали диктанты, он подходил к нам, спортсменам, и потихонечку смотрел, а правильно ли мы пишем. И так на ушко говорил, там твоя ошибка. Он был и просто великолепный человек, супер человек был. О нем легенда, о нем как преподавателя легенда. А где располагалась 19-я школа? Там, где вот 5-я сейчас школа, угу. Рядышком стоит двухэтажное здание. Вот это была 19-я школа против фирменного магазина Ятры. Ятры, да. И у вас был спортивный зал, спортивная площадка. Какие у вас условия? Спортивного зала не было, кроме коридора. А спортивная площадка во дворе была. Была там, мы играли в этот самый баскетбол, бегали. А в коридоре зала не было в 19-й школе. Когда нас объединили с 11-й школой, это был 1954 год, когда было объединение школ, в 11-й школе тоже был... Тоже не было спортивного зала, только коридор был. И большая спортивная площадка во дворе. И чем вы объясняете, что столько людей, вот вы перечислили, да, преподавателей факультета физвоспитания, потом выдающихся, кстати, Алексей Герушта и кафедру физвоспитания в КИСМе возглавлял. Да. КИСМе возглавлял. Чем вы объясняете? Вот именно этой страстью, тем, что вы себя без спорта не мыслили? И не только этим. Нам не было чем другим заниматься. Мы знали школу, знали спорт, знали друзей. Многие же из нас не только стали любителями, и профессионалы. Вот Юра Махно профессиональный, да, Алексей Ерушта профессионал, вот Гринберг профессионал. Вы тоже хотели стать профессионалом? Ну, как вы попали в футбольную секцию? Кто вас туда привел? Кто вас там тренировал? Я жил... Есть такой, был такой район в городе Кировграде – Чичора. Чичора. Чичора славилась сапожниками, голубятниками и футболистами. Вася Босый из Чичоры, Толя Литвинов из Чичоры, Вася Похиленко из Чичоры. И меня привлекли. Володя, ты хорошо играешь в футбол. Идем. Там на пустыре вы где-то играли? На пустыре, да, угу. Да на пустыре. Вот. Идем, Павел
Тимофеевич Дудник. Это был спортшкола, не спортшкола, это на улице Ленин, где сейчас у Короткова факультет. Спортшкола, там, спортшкола, там во дворе. Где, во дворе. Потом где дворец пионеров там был. Строительный, да? Техникум был. Дворец пионеров, это так громко сказано. И там был примитивный спортивный зал. И я пришел в 1952 году в этот спортивный зал. Пришел Юра Махно, пришел Жора Пилипенко, пришел там еще некоторые ребята. И там мы тренировались под руководством Павла Тимофеевича Дудника. А затем, когда Павел Тимофеевич Дудник уехал в Кривой Рог, Кривбас тренировать, он сам вратарь, вот, мы перешли к Андрею Корнеевичу Галатенко. Андрей Корнеевич, это легендарный был футболист? Не то слово, не то слово. Он сам приехал из Киева, чтобы вы знали, он киевлянин сам приехал. Та команда, в которой играл Галатенко, это команда, которая впервые завоевала Кубок Украины 1953 года. Заходякин, Суржиков, Писаревский, Третьяков. Виктор Михайлович Третьяков, Галатенко, Артеменко. Эх, на память, Каченко был полузащитник такой. Вот, Нонко Суржиков, может, уже сказал. Это была легенда того времени. И Крамер, по-моему, да? И Василий Крамер был. Вот, Янков Павел был центральным нападающим. Вы знаете, а тренер Николай Кириллович Заворотный был. Потом он стал заслуженным. Чем хороша была та команда? Вы ее помните, вы ее видели. Это сейчас вот для истории. Та команда была славна тем, что это были простые люди. Они не знали больших денег, они знали только труд и отношение к этому труду, который назывался футболом. Я с ними вырос. Они в доме отдыха «Красная звезда» на улице Ивазовска. Был дом отдыха «Красная звезда». В третьем корпусе дом отдыха «Красная звезда» весенние сборы того торпеда 1953 года проходили в городском саду, чуть выше, там, где я жил. Вот. И я всегда приходил к ним и подавал им мячи. Вот. Матчи «Та звезда» проводила на этом же стадионе, да, на котором... У нас в городе Кировограде было два стадиона. «Урожай» был такой стадион. Угу. Возле таксопарка, вот так, мне кажется, там, где маслоэкстракционный завод, чуть ниже, вот там был стадион «Урожай», и наш вот этот стадион, он называл «Торпеда», «Зирка», вот это, и игры все наша команда проводила на этом стадионе. Трибуны были заполнены? Ну, трибун там же практически не было. Был корпус завода с правой стороны, если вы помните. Бетонная стена была, да. Ну, я так, зрителей было масса на матче. Да, было много. Спокон веков футбол для Кировограда – спорт номер один. Любимый вид спорта для Кировограда был футбол. И целая плеяда поколений после того года, 1953 года, дала Украине и Советскому Союзу выдающихся футболистов. Каким тренером был Галатенко? Футболистом он был замечательным. Он забивал. Недолго я под его руководством занимался, потому что уже в 1960 году я поступил в институт на дневное отделение Киевский технологический институт легкопромышленности. А почему не состоялась карьера? Если вы говорили, вы подавали, были перспективным футболистом, подавали надежды. Что случилось? Почему? На одной из тренировок был серьезный удар в чашечку голеностопного сустава. И образовался туберкулез кости. Полиомиелит правого голеностопного сустава. Должна была быть операция, на которую я не соглашался. Был такой хирург Макар Кузьмич Кононенко. Вот. Облтопдиспансер. И он сказал: Володя, если хочешь стать инвалидом, соглашайся на операцию. Если хочешь продолжать свою деятельность как спортсмен, как человек, давай рискнем сделать
одну процедуру. И мы, я решил пойти по его рекомендации. Он мне делал уколы прямо в очах, вот, и спас мне ногу. Но я же не продолжал учиться в дневной школе, я все время в гипсе был. Мои одноклассники закончили 10 классов в 1956 году, а я закончил только 8 классов. И когда я уже стал здоров, я начал искать себе работу. Вот, мне уже было 17 лет. И вы закончили таким образом с футболом, да? Нет, не закончил. Ага. Когда я поступил в институт, вот, на первый курс, и у нас была площадка баскетбольная, и мы играли в футбол. Один из наших Зубрицкий, фамилия ее была Игорь, вот, играл за сборную института по футболу. И увидел у меня какие-то, наверное, непростые навыки в футболе. И он говорит: «Володя, ты в футбол играл?» Я говорю: «Ну, наверное, же видно, что играл. Давай завтра пойдем на тренировку нашей команды, сборной института». А мы, я учился в институте на Печерске. Вот, в Киеве, ага. Да. Рядом был ипподром, рядом был стадион «Арсенал». Вот. Чуть ниже был стадион «Динамо». Еще ниже, с левой стороны, был республиканский стадион имени Никиты Сергеевича Хрущева. Вот. Я когда... То есть вы видели фактически киевское «Динамо», рассвет, да, киевского «Динамо», вот этого, да, звездного. А вот, ну, несколько слов об этом. Вот вы пошли на тренировку и стали играть, да? Я стал, мы играли по второй группе, в Киеве же было много вузов. Угу. Ну, разве мы нашли технологический институт легкой промышленности? Мог, допустим, сравняться с университетом имени Шевченко или с институтом политехническим, или, там, допустим, с другими вузами. Потому что наша команда по футболу играла во второй группе первенства города Киева среди студентов, среди вузов. Нога уже не беспокоила? А я промолчал. Ага. И нога не, я промолчал, я это укрыл, и нога не беспокоила. И вот в один из, не помню какой, или 62-й, или 63-м году я стал самым результативным нападающим. Вот, я хотел спросить про амплуа, теперь вы сами рассказали. Да. Для меня... Для вас с детства было желание играть в нападение и забивать, да? Да, так определил мне Павел Тимофеевич Дудник. Говорит: «Володя, для тебя проблемы левой и правой ноги нет». Поэтому... Не было? Нет, и сейчас нет. Нет, левой нет. Ты очень быстрый, говорит, техничный, поэтому я тебя ставлю левым полусредним. Тогда же не было системы, как сейчас. Ну, понятно. Да, была система дубль В называлась, да? 3, 2 и 5. Да. Нападающих было много. Рассказывать, что такое дубль В, не надо. Вы играли по системе дубль В полусреднего. Успешно, вы говорите, стали лучшим бомбардиром, да, в Киеве-то? Ну да, моя скорость, моя техника, умение забивать и с правой, и с левой ноги не представляло мне трудно. Я забил 9 мячей, и мне, как лучшему нападающему второй группы, подарили книжку «Танкер Дербент». Представляете себе? А на футбол ходили в Киеве? Не было ни одного пропущенного матча, если я был в Киеве. Не было. Но проблема была в другом. У нас не было денег, за что купить билеты. И учитывая... Вы зайцами проникали на стадион? Сейчас расскажу. Если вы знаете хорошо Печерск... Матчи на «Динамо» или на «Хрущева» проводились? Игры проводились... Дубль играл на «Динамо». Да, да. А высшая даже лига, в мое время так, да, а высшая лига играла на республиканском стадионе. Мы за 3-4 часа вот, до начала матча приходили на стадион таким образом. Рядом был госпиталь по бульвару Лесі Українки с левой стороны. Мы перемахивали через забор стадиона и 2 часа стояли за барьером. Тогда же 50 тысяч стадион был. Да. У нас билетов не было, и мы стояли за барьером. И все матчи мы смотрели стоя за барьером. И в 1960,
первом году я был свидетелем и сжег газеты, как вот было написано. Первой победы киевского «Динамо» в чемпионате. Это была последняя игра в Киеве с «Авангардом» из Харькова. Это была игра, холодно было уже так. И чудо творил в воротах Николай Уграицкий. Такой был вратарь харьковского «Авангарда». И сыграли тогда. Ничью, «Динамо» Киев. Казалось бы, Харьков должен был сдать игру. Но такого понятия сдать игру тогда не было. Сыграли 0-0. А в это время «Торпедо» Москва проиграла, по-моему, в Ташкенте. И «Динамовцы» Киева услышали, что... Что вы тогда испытали? Впервые украинский клуб становится чемпионом Советского Союза. Прерывает гегемонию московских клубов. Да. Что вы испытали, если вы это были радость, свидетелями всего этого? Эта радость была не только моя. Всего присутствующего стадиона и всей футбольной Украины. Гегемонию московских команд победила. Победили «Динамовцы» Киева. И спасибо, надо сказать, той команде, я ее могу перечислить, и тому тренеру Вячеславу Дмитриевичу Соловьеву. Соловьев, Терентьев и Коман были тогда вот тренером. А какие же игроки? Кто был звездами той команды? Вы кто наибольше вам запомнил? С моей точки зрения, я безумно любил Юрия Войнова. Безумно любил. Ну, не зря его в сборную брали, да. Советского Союза. У него был великолепный удар. Великолепный удар. А в 61-м году, посмотрите, Макаров, так, Щегольков. А в решающем матче стоял не Макаров, да? Макаров стоял. А вы сказали, что так... А, вратарь Харькова творил чудеса. Уградицкий вратарь Харькова. А, Харькова чудеса да. творил. Да, да, да. да Макаров, я... Щегольков, Соснихин, Островский, Война, Турянчик, Базилевич, Серебренников, Каневский, Биба, Лобановский. Но когда Биба играл, Лобановский практически не мог играть. Под Лобановского был такой игрок Трояновский Валентин, который распасовывал, понимаете. Вот это звездная команда, которая завоевала впервые звание чемпиона Советского Союза. Сухие листы Лобановского видели? А как же. Ну, а каким он был игроком? Вот мэтр, легенда тренерская. Каким он, по вашему мнению, был игроком? Вы его видели, вживую? Все 5 лет. Как он играл? Понимаете, обводка не была безукоризненной. Его больше сбивали и убивали, чем нормальные защитники. Его обводка, бег, эти крученные мячи, сухой лист, как называли. Сухой лист он брал, подавал головой, а Базилевич набегал и головой забивал голы. Ну, сухой лист. Да, это или на ближнюю, или на дальнюю стойку ворот. Это их было. И так, и у так. них взаимопонимание с Базилевичем было... Супер. Вот когда мяч напрямую залетал в ворота, часто это бывало после подач Лобановского? Вот сухой лист, когда мяч залетал прямо в... Ну, вы знаете, бомбардиры ж были у тебя. Чего стоили только Биба, Каневский, Серебренников. Это ж выдает. Андрей Андреевич до сих пор кожаным мячом руководит. Почетный президент кожаного мяча. Он 36-го года, по-моему. Андрей Андреевич Биба. Да. Хороший игрок был. Супер. Интеллект. А какие красивые они были ребята. Какой красивый был Каневский. Какой Вы имели доступ к ним? Могли с ними пообщаться? Нет. Не мог. Не мог. Традиционно в те годы встреча перед началом каждого футбольного сезона была встреча болельщиков киевского «Динамо» с тренером и командой. Вот. Это был сектор А. На стадионе. На стадионе, да. Приходили футболисты, не все приходили. Приходили тренеры. Вот. И была встреча такая. Самая поразительная была встреча. Юрий Сергеевич, так непоследовательно я веду, я разговор. В 1964 году, когда команду принял Виктор Александрович Маслов. Вот. И когда... Дед. Дед, да, вы правильно говорите. Это для несведущих. Кличка, прозвище в футбольном мире. И когда мире, мы пришли, болельщики, на встречу с ним и с футболистами, он пришел один.
А болельщики киевские очень щепетильные болельщики, как и в Одессе, и как во Львове. И болельщики спрашивают: Виктор Александрович, а где игроки? А зачем вам игроки? Я перед вами. А вот мы слышали, что вы не нуждаетесь уже в Лобановском, Базилевиче. Он говорит: да, я не нуждаюсь. А кто ж будет играть? Будет играть Медведь, Пузач. Все, как... И какие прозорливые слова он сказал. Именно эти ушли Базилевичу. Это был 1965, наверное, вот, или может 64. Ушли и заиграл Пузач, Медведь, Трошкин, вот эти все игроки, у которых, как футболисты говорили, как журналисты, два сердца. Для них не было никакого передыха бежать от одних ворот, других ворот. А вы не застали вот эту тройную победу киевского «Динамо»? 66-й, 67-й, вы уехали? Я не застал. Мунтяна не застал. Бышевца не застал. Я уже не учился в институте. Евгений Иванович Горянский, который тренировал когда-то «Звезду», был тоже тренером киевского «Динамо». Более того, он был и тренером сборной Советского Союза, совершенно, о чем многие не знают. Совершенно. Вы Горянского знали лично? Прекрасно знал. И он меня знал, потому что, когда они возвращались, по-моему, из турне, наша «Звезда» возвращалась из турне, по-моему, из Польши, у них была последняя игра с киевским «Арсеналом». А тогда стадион «Динамо» был на реконструкции. И игра была на республиканском стадионе. Дождь был проливной, холод собачий. Вот. И я смотрю, Андрюша... Наш вратарь, основной, Нестеренко. Нестеренко. Да, не стоит в воротах, Ваня стоит в воротах. Барамба. Барамба стоит. А я говорю: Андрюш, а что ты не играешь? А он говорит: а я зачислен в московская «Торпеда». Это был 1961 год. Возвращалась наша команда из Польши. Евгений Иванович Горянский был старшим тренером, а Геннадий Васильевич Рудинский был вторым тренером. И вот когда матч закончился, а «Арсенал» закончился, кстати, 1-1. Вел «Арсенал» 1-0, а Стас Катков на последних минутах головой забил гол. Вот это поколение «Звезды», это уже второе, да, поколение, которое вы видели? Да, это было самое сильное. Смотрите, да? Борис Петров, Филин, Катков, Тагидин, тот же... Заходякин. Не, Заходякин раньше уже ушел. Уже ушел, уже, да? Это другая, да, плеяда. Ага. Ага. Это Толя Кравченко, да. Вот, Горожанкин. Юра Горожанкин. Вы дружили с ним? Да. С Юрием Ивановичем. С Юрием Ивановичем и с Игорем мы дружили. И очень друг друга знаем. Вы знаете, что Юрий Иванович Горожанкин женился, значит, на улице Айвазовска, где я сейчас живу. Я жил на 32-м номере, на 20-м номере жила семья одна еврейская, да. Вот. Отец которых... Было у них три дочки. Три дочки. Наши три футболиста. Вася Манжос, Царство Небесное, женится на Жанне. Юра Горожанкин женится на Вале. И Ваня Барамба женится на Люде. Ох, какая история. А вы что, не знаете? Нет, конечно. Всем. Пусть все знают это. Печальная история была с Васей Манжосом. Он непродолжительное время играл за «Звезду» нашу, потом уехал в Александрии на тренировке. Умер на тренировке. Вася... Юрий Иванович Горожанкин. Да. Как футболист. Вот два слова о нем. Капитан сборной Украины по футболу, чемпион Советского Союза среди молодежи. Вы это знаете? Да, это я знаю. Да. Поскольку супер. Мне посчастливилось тренироваться у Юрия Ивановича, поэтому да, мы интересовались. Юрий Иванович был защитником. Вот. И бывали такие случаи, что он вместе с нападающим забивал по 10-12 мячей. У него было... Сумасшедший удар. Ну, да. У Кравченко был сумасшедший удар. И того, и тот много забивал. Они в паре играли, да?
Горожанкин, да, Кравченко. Да, но Юра 38-го года, а Анатолий Иванович 36-го. Он приехал к нам из Баку. Да, 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 да. Я и правильно? с Анатолием Ивановичем посчастливилось и чуть-чуть и общаться, и дружить, да, и разговаривать. Поэтому вот вы считаете, вот то поколение, да, было самым сильным. А кого вы считаете самым сильным тренером звезды из тех, из того поколения, молодого? Можно потому... я их, может быть, с моей точки зрения, оно может быть субъективное. На первое место я ставлю Николая Кирилловича Заворотного, потому что в 1953 году какая-то команда «Торпеда» из Кировграда стала первым обладателем Кубка Украины. Украинской Советской Социалистической, да, Республики. На второе место я ставлю Евгения Ивановича Горянского. Интеллигент был, да? Интеллигент. На третье место Александр Алексеевич Ищенко. На четвертое место я ставлю Алексея Ивановича Расторгуева. На пятое место ставлю Юрия Юрьевича Коваля. А потом уже и Сережу своего воспитанника Лаврененко на шестое место ставлю. Передайте вот ему привет. Обязательно, обязательно. Можем сейчас позвонить. Мы часто общаемся. То есть вот это вот этот вопрос. Вы ему только скажете, вот, Владимир Ильич Курбатов. Какую вы вот назвали, а какая все-таки команда, по вашему мнению, вот из этого, из тех, что вы видели, из той зерки, как вы видели, вы все-таки считаете вот ту команду, которую вы назвали, да? Я считаю, при Ищенко была самая сильная команда. Ну, при Ищенко это уже новая эпоха. Да, новая эпоха. Это... А из старой эпохи, 60-58, наша команда «Торпеда» вышла на чемпионат Советского Союза среди класса «Б», там будем говорить, в 1958 году. Приехало много футболистов из Подмосковья, из других городов приехали. Вот. А формирование команды в 1960 году, когда стал тренером Горянский Евгений Иванович, я считаю, что это сильнейшая была команда, которая забивала по 70 мячей. Петров, Филин, Катков. Это же та команда, которая играла и с российскими командами. Это та команда, которую боялись. Совершенно правильно. Юный Кацман там тоже успел поиграть. Не помню, Алик ли играл за те команды. «Динамо» Ставрополь, «Труд» Воронеж, «Трудовые резервы» Ленинград. Это я видел их здесь, в Кирове. И они все сюда приезжали. Приезжали. И мы там пятое, шестое, ну то есть нас боялись. В середине были. Всегда боялись нашу команду. Скажите, вы по роду своей деятельности помогали всем этим командам, когда уже стали директором швейной фабрики? Вы протягивали им руку помощи? Они к вам обращались? Юрий Сергеевич, любого футболиста, который остался в Кировограде, и вне Кировограда, позвоните, вот, и спросите, кто такой для вас, для вашей жизни Владимир Ильич Курбатов? Да, и они вам все расскажут. У нас, когда наша команда впервые вышла в высшую лигу при Ищенко, около 20 футболистов жили безоплатно в нашем женском общежитии, которое находится рядом с фабрикой. Я приходил и... Это который на 5-5? Да. Который на 5-5? Не на 5-5, это на... Я знаю, что сейчас На Василине, угол Василинский и Башкирская. Угу. Детский садик «Березка» наш, общежитие наше, Коммунистический проспект, вот эта улица. И вы из любви к футболу давали им возможность. Давала. А все помню, я был там у Коли Лапы когда-то даже. Кстати, Коля Лапа женился на нашей работнице. Да, это... Вот видите. Вы ему и привет передадите. У меня очень хорошие взаимоотношения с Колей Лапой. И не только с ним. Сережа Лаврененко жил в нашем общежитии. Юра Мартынов жил в нашем. Игорь Машевич. Вот они в одной комнате жили. Затем в
вратарь. Боря Белошапку. А? Боря Белошапку. Белошапка не жил. Нет? Нет, Белошапка не жил. Золотницкий. Золотницкий не жил в общежитии. Близнюк. Близнюк не жил в общежитии. Ну, забыл фамилию, не ну, так понятно. Важно. Но очень много футболистов, до 20 человек. Я очень помогал. Можете спросить. Вы все матчи смотрели на стадионе? Вы по телевизору? Боже, вы любите в живой футбол, да? Боже, только на стадионе. Тоже только на стадионе. У меня был специальный пропуск. Вот. Я ж был наблюдать, член наблюдательного совета футбольного клуба «Звезда», когда Василий Степанович Ковальский. Ковальский был президентом клуба. Я входил в состав наблюдательного совета. Я опекался, помогал очень много. Шили мы им футбол, всем футболистам пошили спортивные костюмы. Вот. И Шилька мне говорит, давай пошьем костюмы, спортивные сумки, повышиваем «Звезда», чтобы мы приехали в другой город и вышли в одинаковых костюмах. Зирка Нибас, да? Зирка Нибас. Зирка Нибас. А расшифруйте Нибас. Это диссертация Василия Степановича Ковальского. Там, короче, это первые буквы его диссертации. Научное исследование безопасности авиационных систем. Нибас. Ковальский горел футболом? Любил футбол? Да, не то слово. И его брат. Он амбициозный человек? Да. Ковальский? Да. Ну, он, по сути дела, содержал Зирку и молодежную команду Украины. По сути дела. По сути дела. И он был не скупой человек ко всему. Велика заслуга его в том, что уже в эпоху да. независимой Украины, да. да? И не только его. Я считаю и роль Ищенко. Ищенко же не брал звезд футболистов. Возьмите, кто вышел там, да? Из класса Б футболисты, бывшие футболисты. Вот, из Черновцов, там, из Днепропетровска, из «Желтых вод». Там. Очень много было таких футболистов, которые, может быть, и в высшей лиге не приглянулись. А Мартынов стал игроком сборной Украины. Сборной Украины, да, провел матч отборочного. Один, тайм. Отборочный цикл в Хорватии, но да. тем не менее из первой лиги. Да. Игрок первой лиги. Вы лично с Юрой знакомы были? Кто из футболистов, вот, с кем из футболистов вам было приятно очень общаться? Со всеми. Из, ну, из, вообще за все время. Может, с кем-то дружили из футболистов? Прошлых лет? Ну, прошлых. Дружил с Юрой Горожанкиным, с Игорем Горожанкиным, с Юрчиком Махно дружу и сейчас. Кстати, 11 февраля ему будет тоже 82 года. Вот. Очень приятный собеседник был Мартынов Юра, с ним можно было говорить, пообщаться. Игорь Машевич очень приятный, Сережка Лаврененко великолепный. Вот. Чего стоил? Ну, из него и тренер не зря да, же. Да, ну, да. То есть рост Лаврененко проходил на ваших глазах. На моих глазах, да. Скажите, когда в вашу жизнь пришел марафон? Почему вы пробежали марафон? Что побудило вас пробежать марафон? Ну, первое мое назначение как хозяйственного руководителя было в 1973 году. У меня городской комитет Компартии Украины направил директором швейно-галантерейной фабрики Кировоградского потребсоюза. При росте 1,68 м я за один год прибавил 12 килограмм. 80 килограмм весом у меня было. Я думал, что же мне делать? И я начал делать пробежки. Учитывая то, что я жил на Калинина, 57, последний дом на улице Калинина, рядом был парк Пушкина, как сейчас называют, или как они называют, как они называют? Вы имеете в виду в центре? Да. Казацкий остров. О, Казацкий да, остров. Да, да. И я там начал делать пробежки. А потом, когда перебрался на улицу Кирова, стадион рядом был, я начал в группу здоровья ходить. Посмотрел, что вы говорите, там до 80 человек собиралось, да? Да. Утром? Где-то в 5-6 утра. В 5 утра приходили только мы, Жученко, Валентина Ивановна, его жена, Цибульский приходил в 5 утра. Жученко долгие годы возглавлял облспорткомитет да. и группу и, здоровья, да? Да, и он был не только, он же был за общим отделом облисполкома и был помощником у Владимира Ивановича Жилибы. Да, и вот приходили мы там, группа здоровья. Я пробегу
там 10 кругов, но это мне мало. И первым таким, ну... Для того, чтобы похудеть, да? Для того, чтобы держать себя сбросить в хорошей форме. И первый пробег Северинка-Кировоград, это примерно 15 километров. От Северинки до площади Кирова, там финиш был, было 15 километров. Я пробежал и увлекся. Бегал 10, 15, 20 километров. Вот, бегал Марьевка-Кировоград, там, Знаменка-Кировоград бегал. А потом думаю, давай я приму участие в марафоне в городе Кировограде. Кстати, Юрий Сергеевич, самое тяжелое из 17 марафонов, которые я пробежал, самый тяжелый был в Кировограде. Первый. Он был не первый. Почему? Нигде на марафонских дистанциях не было старта в гору на подъем. А у нас был? А у нас с площади Кирова вверх по Карла Маркса, мимо швейной фабрики, мимо этого самого, на Полтавской мост, поворот налево, и только на повороте налево возле аэропорта был спуск. Все остальное было подъем. Это более 4 километров. Таких марафонов я нигде не бегал, чтобы 4 километра было в гору. Первый марафон я пробежал в Кировограде. А потом... Как оно, первые ощущения были? Очень тяжело. Тяжело? Очень тяжело. Был неподготовлен. Я утром встал, съел 2 яйца крутые, хлеб с маслом намазал. Это смерти подобно. Есть специальная методика подготовки к марафонским пробегам. Специальная методика. Не включает экипировка, питание, режим, тактика. А может проще надо было начать с полумарафона, как люди начинают? Ну я ж такой опрометчивый оказался. Я ж думал, что это просто. Я съем хлеб с маслом, там, допустим, и 2 яйца, и буду бежать. А оно превратилось во время бега у меня вот такой ком. И как начало бить мне по печени, по желудку, что я был вынужден остановиться где-то Клава Скворцова, если спокойно я помню. Клавдия где-то, Федоровна. Клавдия тоже. Федоровна. Она у Юрия Ивановича в Колосе работала долгие годы заместителем. И ответственным секретарем Федерации легкой атлетики Кировоградской области. Да. Это мой тренер, так называемый. Да, по марафону? Ну, мне надо было кого-то ставить тренером в моей анкете, которую я заполнял, надо было ставить тренер. И я ее ставил всегда. Кафе Скворцова. Она бывшая наша работница швейной фабрики, чтобы вы знали. Но вот. Добежали первый марафон. Добежал тогда первый марафон. Вот, есть снимок. Здесь, в Кировограде. Да, а скажите, самые запоминающиеся какие марафоны в вашей жизни? Дорога жизни. Самые яркие. Дорога жизни. Это в Питере? Да. В Ленинграде? Ленинграда. Этот марафон проводится каждый год последнюю субботу января месяца и посвящен окончательному разгрому немецко-фашистских захватчиков под Ленинградом. Дорога жизни называется. Он и сейчас проводится, да? Да, вот он, я думаю, вчера проводился он, потому что уже 76 лет со дня победы под Ленинградом в 44-м году. А он памятный точка с точки зрения истории, да? Да. На берегу Ладоги есть памятный знак, разорванное кольцо. Вот показываю, вот так показываю вам, да? Это разорванное кольцо. Там стоит Катюша и стоят памятники тех, кто погиб первые дни бомбардировок под Ленинградом. Это курсанты военных училищ города Ленинграда. Со слезами там нельзя подойти к памятнику. Я там не плакал. Я рыдал. Там были митинги. На митинге выступали те, которые освобождали Ленинград и оставшиеся в живых в Ленинграде. То есть там, я понял вас, Владимир Ильич, там не столь важно, не сколько важно показать там результат, сколько важно просто пробежать и отдать дань памяти. Это же не просто, там же, понимаете, там же памятники стоят, от 36-километровая столбовая дорога,
Это не марафон. Марафон 42-195. 42 километра, 195. А наземная дорога по Ладоге 2,5 километра и обратно 2,5 километра. Итого 5. И 36 километров столбовой дороги. Через каждый километр стоит столбовой столб. И памятник тюльпану в честь или в знак погибших детей. Какой ваш лучший результат был? Вы могли участвовать в международных марафонах со своими людьми? Все, кто пробегал марафоны ниже 3 часа 30 минут, могли бегать марафоны. Могли бегать. Могли бегать вот этот большой шлем, так называемый. Можно, марафон. Бостонский, да, Токийский, Берлинский. Какие-то. Но вы не рисковали туда съесть? Ну, просто я не мог. Я же хозяйственный руководитель. Не было времени. У меня было объединение 4500 народа. В вашей памятной истории, что вы 50-летие, по-моему, да? В 50 лет вы свой последний пробежали? Нет, я пробежал последний марафон 7-й Крымский, Симферополь-Ивановка-Симферополь. В Крыму в 1991 году, мне было уже 53 года. А 50-летие тоже свое встретили на трассе, да? Встретил в Ленинграде на дороге жизни 29 января. Вас не упрекали родные, близкие, что вы? Никто, не только. Только некоторые друзья говорили, сумасшедший ты. Сумасшедший? Сумасшедший. Ты свой день юбилея посвятил вот там. А Новый год мы еще, бывала такая наша группа марафонцев и бегунов кировоградских, решили Новый год встретить на дистанции. А вот скажите, в спортивном плане, что бы вы хотели еще себе пожелать? Здоровье у меня есть. Главное, чтобы оно не ухудшалось. И хотел бы пожелать больше спокойной жизни. Вот себе хотел бы пожелать больше спокойной жизни. Все то, что творится на Украине, не может... В Украине. Не на Украине, а в Украине не может оставлять меня равнодушным. Вы верите в светлое будущее? Я оптимист и верю. И надеюсь, не надеюсь, а уверен, что будет все хорошо. Как мои партнеры немцы всегда мне говорили, Володя, Алис Вердгут, все будет хорошо. Ну погодьтеся, що після почутого неможливо не захоплюватися неймовірною пам'яттю, оптимізмом і шаленою любов'ю до життя Володимира Ілліча. Звісно, хочеться побажати сьогодні не тільки нашому герою, але й усім глядачам здоров'я, терпіння та витримки. А поки що бережіть себе та своїх близьких, дотримуйтесь усіх вимог карантину, вірте, що життя обов'язково налагодиться, і ми знову зустрінемося з вами на спортивних аренах і в ефірі нашої програми. Усього вам найкращого і будьте здорові!